Сегодня на центральной площади Махачкалы соберутся верующие для того, чтобы вознести ко Всевышнему всеобщую молитву. Это состоится в рамках республиканского маджлиса, который начнется в 18:30. Перед собравшимися выступят известные ученые-алимы. Также напомним, что 27 сентября – первый день месяца Рабиуль-Ауаль, в котором родился лучший из людей – пророк Мухаммад, мир ему и благословение. С целью сплочения нашего народа, чтобы вместе после завершения этого маулида, после выступления ученых наших, сделать коллективный дуа. Даже те люди, которые по каким-то причинам не будут присутствовать на этом мероприятии, убедительная просьба, чтобы они тоже вместе говорили «Аминь». Потому что дуа – это оружие правоверного человека. Иншаллах, будем совершать коллективный дуа, и все будем говорить «Аминь». Это состоится в 18:30 на площади Махачкале.